Всем здорово. Сегодня я купил карту захвата от компании Avermedia Recental Life Gamer HD. Бонусом там идет 3 месяца X-Split. Тут у нас снизу. Да, обычный, так сказать. Это набор идет. 3,5 мм аудиокабель, HDMI кабель, HDVI, который переходом идет, HDMI, DVI, HDMI адаптер, hot button сам. Потом Wargaming HD, сама карточка, наверное, или кнопка, и клик инсталляш. Ну, обычная ерунда. Так, сзади что у нас тут? Изображена сама карта и ее, так сказать, характеристики. Снизу на русском есть вот функции. Так, поддержка входного сигнала до 1080p 60 Гц, минимальная нагрузка на процессор, поддержка различных видео разрешений, кнопка аппаратного включения записи, запись комментария во время игры, трансляция игры на Twitch и другие там были программки можно было. И функция снимок камеры. Это, наверное, где находится. Тут у нас вот разрешение, которое поддерживает. Потом, что у нас тут идет? Карта и такие на английском мелкие характеристики, наверное. Вот сама упаковка, вот верхушка. Ну, это, я не знаю, роль играет. Так, сейчас глянем снутри. Вот это уже внутренний идет толстый картон. По бокам, так сказать, красная расцветочка. Снизу ничего нет. Открываем. Открываем. Тут у нас кнопка идет. Ой, наоборот, что-то я открыл. А вот это кнопка hot button, кнопка и сама карточка. Так. Давайте посмотрим, что там еще есть. Карту сейчас вернемся к ней. Так. Прикольная такая. Ярко-красная, переливающаяся. Ярко-красный хром. Это вот сама карта на 3 месяца X-Split. А внутри всякие кабеля. Сейчас глянем. Три и пять кабель на звук. Это с HDMI в DVI. Это то же самое с DVI в HDMI. Так, это сам HDMI кабель. Это у нас что такое? Типа. А, сайт. Где скачать? Дрова. Так. Ну и книжка. Что тут у нас такого? Так, сейчас русский найдем. Так. Вот он русский. Комплект поставки. О, диска не было. Лоханули. Да-да. Диска тут не было. Вот заразы, лоханули. Хорошо, что карта здесь. Лучше пусть карта будет, чем диска. Краткое руководство есть, диска. Лоханули, hot button есть, адаптер есть, HDMI, кабель 3.5 есть. Так, выключить компьютер, ля-ля-ля. Сейчас снимем тоже установку. Так, потом, что у нас тут идет? Запись того же ПК, с консоли еще можно сказать записывать. Графическая плата с выходом HDMI. Так, ну ничего такого интересного. Запись игры с консоли. Это все будем потом проверить. Давайте посмотрим саму карту и кнопку эту. Волшебную красную кнопку.
Так. Тут уже сейчас она отлетела у нас. Вот сама карточка. HD, коттедж. Так, Evermedia. Сзади у нас что? 151.88. Белый ветер. Не повреждать. Так. Так. Сзади у нас. HDMI выход, HDMI вход, аудио выход, аудио вход. Все легко и просто. Подключать с PCI Express X1. Так, сейчас и подключение снимем. Кнопочка волшебная. О, прикольно нажимается. Так. Это вот полный набор. Сама кнопка. Приятно нажимать, так сказать. Легко. О, снизу прорезинено, так что, можно сказать, видите, ништяк поставил на стол и все. Сдвинуть тяжело. Так, Made in Taiwan. Все в Тайване.